Все уже уходят, да? Ну вот сейчас будем интересоваться, по каким причинам здесь собралась так. Представитель прессы? Представитель прессы, да. А можно как-нибудь открыть, чтобы мы слышали ваш диалог? Подожди, подожди, ты будь там пока. Сейчас, сейчас разберемся. Да, Вадим. Я позже наберу тебя. Давай, красавчик. Давай. Да, 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 да. КПРФ есть кто-нибудь? Да что случилось? Мы знаем. А мне? А вы там а все тебя закончили почему? Или нет? А ты почему закончили здесь? Закончили там все? А почему тебя выпустят? Ты еще... А почему тебя выпустят? У тебя нет еще ведомости. Ведомости нет у тебя. А почему тебя должны выпустить? По какой? По какому поводу тебя выпускают? Ведомость где? А ведомость где? Ты функции наблюдателя не выполнил на сегодняшний день. Где протокол? Председатель закрылся в кабинете. Почему тебя выгоняют? Почему тебя выгоняют без протокола? Удостоверение есть наблюдателя. Почему без протокола человек уходит от вас? Что? Что? А он с папой. Стоп, я родитель его, я папа. А? Я здесь рядом был, вы меня не пускали. Вы бюллетени считали и прятались где-то там в комнатах. Ну пока весь идет голосование, мы не имеем. 14. Тогда имеем право, уже, говорит, ничего нету там. Уже голосование прошло. Кто закрыто дверь? Имеем право, конечно. Почему? Ну а что а он кто такой председатель? Что, сказал? На него законы не распространяются, что ли? В пальто, да? Правильно. Ты не торопись уходить. Мы сейчас с тобой доведем дело до конца вдвоем. Вот это председатель. А почему он прячется? Данил. Ага. Путин единая. Это записано у тебя? Нет, на этом не увидишь. Нет. Не, погодите, комендантский час, а куда его? Да. Настроя здесь. Не выпускай его, зачем? Куда его выводят? Я здесь, не выходи, Данил, иди сюда. А куда дверь открывают? Погодите. Нам на выход не надо, идите сюда, ребят. Я его отец. Иди сюда, Данил, не ходи туда. С посторонними дядями.
А куда ты идти собрался? Не надо, я здесь, родитель твой, от меня не отходи ни на шаг. И не выходи отсюда. А? Это понятно. Сейчас нам туда надо попасть. Почему нас не пускают, непонятно. Ну да, если подсчет закончился. Да, уже подсчет закончился. Да, подсчет закончился. Бюллетени все там у председателя опечатаны, да. Я так понимаю, хотели через другой выход вывести, ну, да? Что совсем за грустная комиссия какая-то. Что будет теперь? Сейчас будем ждать, пока места спустят туда. А вы почему не заходите туда? Я так понимаю, вас прокуратуру как Бога ждали. В плане. Ну сказали, что без прокуратуры я не попаду к сыну. Петр Владимирович. Нет, я не прокуратуру. Не прокуратуру. Он там объясняет. Голоса. Что? Желание совершеннолетия. Так вот как раз по адресу. Так вот давайте пройдем вместе. Голоса туда же, все туда занесли. Давно? Не, давно это занесли туда. Им уже можно находиться со мной вместе, правильно? С вами, да. Я не рассчитывал. Так я не рассчитывал на то, что он до такого времени задержится здесь. Вот он мне вписан там, посмотрите. Интересно, откуда тогда у меня цифры. Так ты по цифрам знаешь или нет? По цифрам знаешь или нет? Да, конечно. У него удостоверение наблюдателя, все как положено, должным образом зарегистрировано, оформлено. Не внизу, а выше, да? Thank you.
это было засунуть. Ну, сплошной букет нарушений закона. С утра запрета видеосъемки. Почему вот им органы потворствуют, так скажем? Потому что у нас охрана общественного порядка. И все. Он в тельняшке, потому что, поэтому уже информация туда отнес бы протокол. Съел? Были такие принципиальные, но здесь было прекрасно и удивительно. Да. Это у нас участок. Может быть, с той стороны зайдем? Там тоже под замком. Там тоже они. Открыли-закрыли. Ну, то время, когда выпускают. Да, ну, что ж ты будешь рваться? Пол третьего. Они так же, да? Не, сказали, ребята, ну, нужно и честь знать, мы тоже замерзли. Ты что, не понимаешь? Сейчас Степана тебя будет вспоминать, да, послал, да? Ну вот, по-моему, наши люди, да? С той стороны, обход. О! А, наверное, сел на холоде. Добрый вечер.